Здравствуйте, уважаемые зрители! Хотел снять небольшой видеоролик о мультиварке. Я хотел бы показать о том, что будет, если ее неправильно эксплуатировать, как можно привести мультиварку к жизни, реанимировать своего рода и что находится внутри этого устройства. Итак, приступим. Перед нами мультиварка Moulinex на 5 литров. Довольно неплохое изделие. И вот вы видите модель EPC05. S1. Она была залита жиром, поскольку на ней варился плов и не рассчитана была в соответствии с инструкцией ингредиентов. Она перестала работать, был возможен только режим подогрева, поэтому было принято решение ее реанимировать. И необходимо было все почистить. Была раскручена и крышка, поскольку она была жирная. И как раз хотел вам показать ее в раскрученном состоянии. Вы видите, здесь уплотнительная резинка находится. Ее, кстати, периодически надо менять, поскольку мультиварка – это сосуд под давлением. Также был снят один из клапанов. Здесь их два. Один обратный, один отвечает за то, чтобы выходил пар. Здесь запчасти находятся от крышки и клапана. И очень важно, уважаемые зрители, следить, чтобы вот эти два клапана всегда были чистыми. Особенно это может быть, когда варится гречка, рис, то есть продукты, которые набирают объем, они могут забить. И тогда пар начинает лезть туда, куда не надо. Из-за этого и табло может запотевать и тому подобное. Здесь мы видим, находится нагревательная спираль. Ну и посмотрим, что сзади мультиварки. Я сейчас разверну ближе к свету. То есть мы здесь наблюдаем, вот перед нами находится термопара. Провода, кстати, очень классные такие, в термоизоляции находятся. И видно, что и здесь электроизоляция выполнена, и там тоже внутри электроизоляции элементов. Сделано все четко. При этом тут есть два провода тонкие, вот они, тут я их показываю. Они просто в обычной изоляции, поэтому когда скручивать обратно, очень важно следить, чтобы они не касались нагревательных элементов. Здесь мы видим, находится у нас, сейчас ближе к свету, чтобы было видно, плата управления. Там кондеры, кстати, тоже, чтобы не перемыкали друг с другом, силиконовые прокладочки. Это, скорее всего, у нас какая-то релюшка. Там дальше, если присмотреться, не знаю, будет видно или нет, находится микруха в углу на 8 ножек. И несколько тут трансформаторов имеем. Ну и там дальше в глубине, вот здесь его просто не видно. Вот сзади. А, вот видно, беленькая штучка. Это у нас уже сама сенсорная панель, которая управляет. Если вытекает жир, то это, возможно, не заплывет, потому что сверху она прикрыта. Ну а сюда в сенсорную панель может попасть жир. И из-за этого она может не работать. Поэтому, ну, к счастью, вроде, когда мы чистили, там не было обнаружено, потому что изнутри было видно, что она не затекла. Поэтому, пожалуйста, внимательно читайте инструкцию, поскольку если мы не учтем это, вот я ставлю сюда кастрюлю, что происходит? Получается, жир начнет перетекать через эти ободки, но может попасть и туда, на спираль, и здесь может попасть в эти каемки, и тогда он может течь по всей мультиварке. Поэтому в первую очередь попробуйте очистить ее от жира. Прочистить клапана, и она, скорее всего, у вас должна заработать. Кстати, днище тоже все было жирным. Она у меня сушится несколько дней, поэтому если вы все хорошо промоете, надо будет дать ей хорошо просохнуть. И потом попробуйте включить. Ну, а если уже не поможет, то и вы боитесь дальше как бы разбирать устройство это, то несите туда в сервисный центр. И вот он, момент истины. Вуаля! Гречневая каша готова.
Приятного аппетита! Мультиварка работает!